хотел бы выразить соболезнования семьям погибших в этой страшной трагедии. Ну, даже слова трудно подобрать. Вот что касается игры, конечно, непростая серия, потрачено очень много сил. Вот ребята старались, хотели победить, нам это удалось. Ну, также хотел бы поблагодарить соперника за эту интересную серию. Лично я приобрел огромный опыт. Да, и, ну, хорошая, интересная серия. Спасибо. Мистер Вестерлунд. Yep, I agree, my colleague. Of course, first, congratulations winning this game and this series. It was even series. Да, я как бы поддерживаю своего коллегу. В первую очередь поздравляю его с победой и о серии сказать. Да, это была ровная серия. I wish all the best to Traktor to the next round. Of course, we would like to have played Green Derby, but we couldn't. We have to respect the result. Я хочу пожелать удачи в следующем раунде Трактору. Естественно, что мы хотели сыграть зеленое дерби, но мы не смогли уважать результаты. Thank you. Анвар Фаилович, чемпионат. По-вашему, что стало ключевым в этой серии? И о серии с Акбарсом обе команды играют в очень терпеливый хоккей. Как вы собираетесь их проходить? Сейчас об этом не думаю, о следующей серии. Сейчас привести ребят в состояние, потому что, еще раз повторюсь, очень много сил потрачено. Вот, играли и... Ну, важно сейчас восстановить. Вот, что касается там, нашей серии с Салаватом или сегодняшней игры, конечно, решила, наверное, реализация моментов. Пожалуйста, продолжайте здесь вопрос. Денис Таипов. Мистер Вестерн, что скажете по реализации момента с Салаватом? Команда много играет в чужой зоне, но не получается забить. Yeah. It has been our biggest problem whole season. Play to the net, not to the corners, and it's still harder in playoff games, go to the net. We couldn't break to the net. Это была у нас основная проблема и в течение сезона, то есть нам надо больше идти на ворота, особенно в плей-офф, еще больше пойти на ворота туда, чтобы забивать, но мы не смогли это сделать. Денис Тейпов, Бизнес Онлайн. Вопрос с Эрки Вестерлунду. По ходу этой серии эксперты говорили, что Трактор выглядит более дисциплинированно и называли тренерской командой. Можете сказать, что вы в этой серии тренерское сражение Гитя Тульна просто проиграли? Спасибо. Yeah, I agree that Traktor has good coach and good coaching team. Yeah, of course. I am disappointed to our team play. It didn't improve during the season so much it should be. Да, я согласен, что Трактор – это хороший тренер у Трактора и хорошая команда тренерская. Что сказать по своей команде, то есть я расстроен, то, что в течение сезона мы не учились
на своих ошибках, то есть как играть? Давайте, коллеги, еще один вопрос. Семен Лукевич, Аспортин Аркович. Понятно, всегда хочется большего, но можно ли сказать, что с Казанью так-то будет играть без давления или стараться будет играть без давления? Ну, мы как и в сезоне, как и в плей-офф договаривались с ребятами выходить и играть в каждой игре, отдаваться. Вот. И дальше будем так же делать. Тренер хозяев, хотел ли бы он продолжить работу с клубом? That situation is really open. I don't know what Salavat Yulayev thinks, and I don't know myself either. Ситуация еще открытая. Я не знаю, что думает об этом клуб, и сам тоже еще не знаю пока. Если на этом все, всем спасибо большое. I would say thank you our fans. They have been big help for us the whole season during the difficult times, during the some better times, but really big thank you for the support for the team. Я хочу сказать спасибо большое нашим болельщикам. Они очень хорошо нас поддерживали весь сезон, особенно когда было тяжелое время у команды. То есть очень большое им спасибо за поддержку, которую они делали для нашей команды. And also the management of this organization. We had very difficult times in November. They supported us. Takir Ibrahimov was really big support for us all the time, and also the head of Parkostostan. Также хотел сказать спасибо всем руководителям нашего клуба. То, что у нас было тяжелое время, особенно в ноябре, и все равно нас все поддерживали, так же, как Тагир Асхатович Ибрагимов и глава Башкортостана Хаметов. Okay, thank you. Спасибо.